7 июля на базе стадиона «Динамо» сотрудники Главного управления ГСЧС в Одесской области сдали годовые зачеты по физической подготовке. Такие проверки проводятся с целью определения уровня профессионального мастерства и физической развитости спасателей. Ликвидация пожаров всех степеней сложности, спасение людей в разных экстремальных ситуациях, проведение спасательных и других аварийных неотложных работ на объектах повышенной опасности, обезвреживание взрывоопасных предметов – это далеко не весь перечень работ, которые выполняют спасатели. Выполнение таких нелегких задач требует от сотрудников службы 101 высокой физической подготовки. Во время сдачи зачетов личный состав проходил следующие этапы: подтягивание на перекладине мужчины, сгибание и разгибание из упора лежа женщины, бег на 100 и на 1000 метров. Спасатели успешно сдали нормативы по физической подготовке и показали хорошие результаты, в очередной раз подтвердив свои профессиональные и силовые качества. Профессия пожарного при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также тушение пожаров – зачастую связано не только с риском для здоровья и жизни самих же спасателей, а также с высокими физическими нагрузками. Спасатели показали высокую физическую подготовку, что в последующем им пригодится при выполнении оперативных задач.